Натуральная синтетика. Никому не секрет, что в 21 веке синтетика стала преобладать над натуральным. Спорт, пиво, алкоголь, никотин. Зачем физически напрягаться? Бухнул, курнул и радость, не вставая с кресла. Так вот, в чем разница? Раскинем лет на 40 вперед. Кто-то за собой ногу уже тянет, потому как сосуды изношены, а кто-то еще в силах до ночи работать и жену довольствовать. Книги, клубы, развлечения. Зачем чему-то учиться? Зачем нам учеба? Нам ум не товарищ. Да здравствуй! Что останется после всех вечеринок и гулянок лет через 30? Высатые мозги, пару абортов, разводов и фото в соцсетях. Ну как же, надо жить в кайф. Копите на сильнодействующий кайф, и жизнь пролетит незаметно. Реальное общение – это виртуальное. В соцсетях, WhatsApp, Viber, Telegram. Что станет от виртуального общения через 30 лет? Верно, 10 лет общения в сети. Поздравляю вас. 10 лет вы просрали, плюс 10 лет смс и плюс 10 лет гулик. Байкал. Этот энергетик ранее был натуральным. Напитки заменили энергетиками. Бывал на заводах в Германии, даже работники относятся к этим напиткам как к мусору. Парфюм. Заменил полиэфир из нефти. Сахар. Это аспартам. Но, если вкратце, просто что-то делает с вашим мозгом, а добавляют его уже везде, потому как сахар не дешевый. Школа – это виртуальное образование. Алфавит урезали, программу тоже. Объем информации урезан к минимуму. Учебная программа корректируется к выгоде создателя. Кто там у нас щедро печатает учебники для школ и вузов? А что в них, вы хоть читали? Виртуальное образование приведет к изоляции общества, хотя уже привело. Работа – это удаленная работа, продолжение образования и, соответственно, изоляция. Актуальное слово, верно? Изоляция. Рынок и домашние продукты практически вымерли. Гипермаркеты. Спортзалы. Зачем сильно потеть? Спортивное питание все сделает. Не сделает питание, поможет пластика. Но если уже и они бессильны, то тут под землю пора. Еда. Красивая, но мертвая. Если у воды есть свойство менять свою структуру в зависимости от ее среды, то что говорить о антибиотиках, пальмовом масле в молочке, гормоне роста в мясе? Секс в нынешнем виде – это порно. Геи, лесбиянки, трансгендеры. Ну, подскажите, что там, что даже еще есть? Если в свое время фильм 9,5 недель можно было посмотреть после 23:00, то сейчас похлеще. Сиюминутно, в любом смартфоне. Порносайты по просмотрам, посещаемости бьют таких гигантов, как Facebook. Несмотря на то, что в некоторых странах полностью блокировка порносайтов. Так в чем же подвох, порнушки? Покажи мне свои ушки. Что проще молодежи, даже не знаю, как это сказать, знакомиться или каждый день новый образ увидеть. А мозги не понимают, где реальность, а где суррогат. Гормоны подкрепят привычку, и вуаля, вы надрессировали ручного хомячка или киску. А что потом происходит, если опыта мало в этом направлении, а в голове лишь образ из экрана? Хомячок не шевелится, или киска не чавкает. Институт семьи разрушен, со всеми вытекающими. Игра с синтетикой опасна,
так как везде это пишут. Ах, никотин пропустил и пиво. Но об этом потом. Как победить синтетику? Стать полностью из синтетики. Губы, зубы, ресницы, волосы, силикон, импланты. Процесс давно запущен. Имитация вечности уже в процессе.